В ходе проверки на готовность к 1 сентября инспекторы пожарного надзора приняли все 600 школ области. С началом учебного года пошла вторая волна проверок. Все они проходят под условным названием «Урок безопасности». Сегодня на одном из них побывала наша съемочная группа. Сигнал тревоги прозвучал в экономико-правовом лицее утром. Неожиданностью для ребят и педагогов он не стал. Уроки в спешном порядке свернули, после чего началась эвакуация детей. К незапланированной перемене они отнеслись скорее с любопытством, зато взрослые действовали по четкой схеме. В лицее нечто подобное происходит в обязательном порядке. Это ежегодно тренировки, они приучают к тому, что эвакуируемся практически всегда, укладываемся вовремя. То есть будем надеяться, что таких случаев не будет в реальности, но уж если что, то спасем детей. Для прибывших на место пожарных расчетов уроки безопасности тоже своего рода тренировка. В данном случае им требовалось достать из здания пострадавшего. Тем самым они проверяли слаженность действий при тушении пожара, хоть и условного. Однако в реальной ситуации безопасность в школе, подчеркивает пожарные, во многом зависит от поведения самих детей. Поэтому главная цель таких показательных уроков – напомнить школьникам, как нужно действовать при возникновении ЧП. Оценка за эвакуацию выносится и учителям. За 3 минуты дети вышли из школы. Значит, списки составили, всех пересчитали, окна, двери закрыли, энергию отключили. То есть, в принципе, все по алгоритму. Акция «Урок безопасности» стартовала в понедельник. За неделю она должна охватить все школы области. Особых нареканий со стороны пожарных пока никому не поступало. Но если претензии возникнут, то устранить их виновные должны будут в самое ближайшее время. Роман Четверяков, Руслан Быкасов, Вести Киров.